Всем привет, с вами Максим. На TapTap сервере сегодня появилось обновление, в котором добавили несколько новых фишек. Во-первых, в компании пустоты. Показать я вам тут не смогу, потому что у меня здесь до сих пор обычная компания. Поэтому на официальном сервере покажу. Добавили третьего босса. Его здесь нету, но он появится в третьей локации. Третий босс, которого сможете бить, пройдя третью кампанию. Судя по информации из Дискорда, третий босс будет лучником. Вот такой сам босс, вот его миньоны. В кампании пустоты полость добавили пятый остров. Вот, который такой кристальный. Здесь его тоже добавили, можно будет сражаться. На данный момент всего 4 острова есть. И даже четвертый остров многие еще не прошли. Теперь появится пятый остров. Также обновление добавили в игровых автоматах. В первой игре, где защита крепости, здесь добавили в начале таймер 30 секунд фаза подготовки, потому что сейчас слишком быстро. Будет теперь 30 секунд. Можно будет там заклинание подготовить, выбрать. Можно будет героев расставить. Вот как раз на все это не было времени. И битва сразу начиналась, волна сразу же шла. Теперь будет 30 секунд. Будет попроще проходить, если вы не с первого уровня начинаете. В мастерской Флоры нововведение. Итак, если у вас заморозили какие-то предметы, то теперь их разморозка будет стоить не 20 сердец, а 200 монет. Это очень хорошо, потому что сердечки было жалко тратить. Давайте разморозим. Да, и теперь появилось вот такое зелененькое отображение. Это означает, что предмет, видимо, иссякаемый. Вот 10 попыток есть, и он закончится. Давайте откроем его. 4, 3, 2. Ну, наверное, да, это показывало, что предмет исчезнет. Еще увеличили количество вмещаемого хлеба до 720 штук. 720. То есть, получается, можно 24 часа накапливать хлеб, заходить сюда раз в сутки, и потом тратить. Очень хорошее нововведение. Также у некоторых производящих предметов увеличили вместимость накопления. Например, вот у печки 8 уровня теперь не 60, а 300 попыток. И теперь наконец-то показывает, что когда таймер будет заканчиваться, вам будет добавляться по 10 штучек. Таймер всегда отображает количество восстанавливаемых ресурсов в районе 10 штук. Так, у грядки, максимальной грядки 7 уровня, так и осталось 60. Давайте разблокируем. Да. Здесь как было 50, так 50 и осталось. Ну, пока что только у печки я увидел, что увеличилось. В файлах еще поковыряюсь. Где-то там еще лимиты увеличили. Все, остальных больше производящих нету. А еще добавили подтверждение при покупке лотов в магазине. Здесь не хватает, но здесь второе отображение, типа запрос, уверены, что хотите это купить или нет. В отображении героев поменяли, что-то где-то поменяли. Не могу найти, но написано, что оптимизация отображения интерфейса героя. Что именно? А, во, 1000 здоровья. Вот атака, теперь 890 тысяч отображается, а не циферки бесконечные. Да, вот здоровье и атака также увеличились. Сила сократили циферку, потому что у многих, видимо, не влазила. Атака 223 тысячи, здоровье теперь стало. Да, вот оптимизировали отображение больших цифр. А если посмотрим в справке. Ну да, 62 тысячи. Наконец-то запятую добавили. 769 тысяч здоровья. Ну и сила 192 тысячи. Вот такое оптимизация отображения. Ну и все. Вроде как ничего такого больше не было в описании. На этом все. Если видео было интересным, полезным, ставьте лайк. Всем пока.